200 жителей края страдают от сложных генетических нарушений. Сегодня в мире отмечают День редких заболеваний. Из регионального бюджета на лечение в прошлом году выделили 200 миллионов рублей. В этом году сумма уменьшится в 4 раза. В бюджете региона заложено всего 50 миллионов. 22 пациента, которым требуется дорогостоящее лечение, возьмет на себя федеральный бюджет. Это будет стоить 170 миллионов рублей. Всего в крае зарегистрировано 16 редких заболеваний. Это юношеский артрит, нарушение обмена меди, преждевременная половая зрелость, синдром бабочки и другие. И только треть больных – взрослые. Они, как правило, страдают от серьезного нарушения обмена веществ и нуждаются в специальных продуктах. Остальные – дети. Все заболевания, одним словом, можно сказать, что это генетические заболевания. Это генетические поломки в разных областях организма. Хочу сказать, никто у нас не остается без внимания. Все, кто входит в регистр Министерства здравоохранения Алтайского края, все они получают какое-то лекарственное обеспечение в обязательном порядке.